ходе предварительного расследования уголовных дел, которые были возбуждены по статьям 172, 187 и 199 Уголовного кодекса Российской Федерации сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области, выявлено 18 подозреваемых в создании преступного сообщества и участии в нем. Было установлено, что злоумышленники использовали более 200 компаний, которые были зарегистрированы в разных регионах России и оформлены на подставных лиц. Заключая эффективные сделки, они оказывали содействие юридическим лицам в уклонении от уплаты налогов. Для придания законного вида финансовым операциям подозреваемые указывали в документах в качестве основания платежа ложные сведения об оплате за готовую продукцию, товары и услуги. По версии следствия, общая сумма банковских операций превысила 2,5 миллиарда рублей, а незаконно полученный злоумышленниками доход составил 53 миллиона рублей. При участии Росгвардии в офисных и жилых помещениях проведено более 50 обысков, в результате которых обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, печати, электронные носители информации, банковские карты, а также денежные средства. Следственным управлением УМВД России по Брянской области возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый в организации преступного сообщества заключен под стражу. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.